В городском округе Домодедово Московской области прохожие спугнули предполагаемого педофила, напавшего на 8-летнюю девочку, сообщается в социальных сетях. Инцидент произошел вечером 27 сентября на улице Восточная. По словам очевидцев, мужчина заговорил с девочкой и под предлогом оказания ему помощи потащил ее за гараж. Судя по записям, мужчина заметил ребенка в магазине. Девочка стояла за ним в очереди, пока он покупал алкоголь. Затем неизвестный вышел из магазина, но при этом остался ждать девочку на улице у входа. После этого камеры фиксируют, что школьница в сопровождении взрослого идет в сторону гаражей. Уже там прохожие услышали крики о помощи. Они погнались за предполагаемым педофилом, но тот сбежал. В настоящее время мужчину разыскивают сотрудники правоохранительных органов, с ребенком все хорошо. Полиция проводит проверку произошедшего инцидента, подозреваемого ищут.